Подходишь к охраннику, такой, не подписался, а что там остался, Вась? Книга. Бау! Hello, people, с вами я, Максим Шуршов, и сегодня у нас совместный летсплей. Хей, Джейс! Блять, это сервак Жамбыт. Жамбыт, ребят, сегодня на Жамбыте играем. Сегодня будем потными, вонючими таксистами. Жамбить. Все займись. Погнали, да. Устраиваться? Мэри. Погнали. Только я вот не помню, в мэрии или на месте надо устраиваться. У меня 7 косарей, кстати, есть. Нифига себе, ты богач. Да, кстати, это дофига на этом серве. Кстати, на Гамбите левел, кстати, вообще, ну, левела нет, можно сказать. Да-да-да, тут есть, короче, сколько-то надо времени отыграть, и тогда получаешь первый левел, и все, и типа ты батька. У меня так подсело FPS, это просто, ждем новый компьютер, будет ZBC. Альт. Вот тут клево, что заходит, ух ты, блять, вот это не то. Фига себе, охранники стоят. Да, и на спавне, кстати, тоже охрана есть. Ну да, да, я видел на спавне. Так, ну что тут, получение паспорта. О, слушай, мне паспорт надо, наверное. Подходишь к охраннику, такой, не подписался, а что там остался, Вась? Книга. Бау! Короче, нет, тут вот устраиваться, походу. А хотя вон какая-то хрень. Да, чек. Да, походу здесь, походу. Это выход, скорее всего. Да, это выход. Выход, слушай. А где тогда устраиваться? Короче, я так понимаю, в таксопарке где-то. В таксопарке? Может, стоит администрации написать? Да ну давай сбегаем в таксопарк, только я не знаю, где. А где он? Я просто вышел. А, все нормально, погнали. Кстати, у него крутые наушники, я себе тоже такие хочу. У меня? Но это скин, правда, другой. Да, вообще кольно. Я, кстати, увидел это, мне очень понравилось, это хрень, потому что наушники там все подобные. Хрень на Гамбите есть. Я, короче, написал GPS, таксопарк, знаешь, где находится? Угу. Там, где, походу, на Калифорнии, или нет? Пау-пау-пау-пау-пау-пау. Блять, нам надо, короче, к больнице бежать. Ну, погнали, блин. А, я вспомнил, точно, я вспомнил, где это. Это дальше больница чуток. Ага. Но онлайн тут, конечно, не это. Не, потому что все остальные шоты играют на даймондах всяких позорных проектах, где прям такой фулл РП, где прям все так отыгрывают. Я помню, короче, отыграл мусору на даймонде, бля, типа. Ну, вообще, длинно отыграл, типа. В кармане там лежит паспорт, вся херня, там, доставал его долго. Он потом отыграл, типа, ми взял. Ты тупо ми взял, все. На набор приходишь, что такое ДМ, что такое РП, что такое... Да, вообще. Такая вот тема там. Блять. Ну чё, короче, сейчас мы таким резким мгновением там очутимся, короче. Да, такой щелчок. Ну что ж, ребята, мы возле таксопарка, как вы поняли. Да. Сейчас пойдем устраиваться. Тут везде охранники понатыканы. Да, так а, нафига только они ничего не сделают нам. Самое интересное, то, что охранников больше, наверное, чем онлайна на сервере. Тут одни охранники играют. Начать, закончить. Устроиться сначала, я так понимаю. Написано. А, знаешь чего? Я где-то работаю, уже мне надо для начала уволиться, чтобы устроиться на работу. А, посмотри тогда через ММ или через УЮ там что-то. Открыть, что это, не инвентарь, не то. ММ. А тут нету ММ. А у меня, я ничего не пойму, потому что у меня нет русификатора ихнего. Вот плохо. Да, ребят, нам надо сейчас справиться в этот... В автошколу и уволиться. И уволиться. Так что через мгновение мы опять окажемся тут. Да. Ну где же тут? Маппинг такой, знаешь, ничего не понятно, куда тут что бежать по. Ну да, он, типа покупка свой... Покупка прав? Уникальный такой. Это где? Наземный транспорт 600. Че, я купил, нет? 600? У вас недостаточно денег для покупки. А ты где? Где эта шняга есть? Там я, сзади. Там покупка, походу, этот. Стой, да, давай я тебе там. Налево. Подожди, так можно ждать, наверное, на права. Какого хрена? Ничего, охуели буржуи? Буржуи. Офигели. Не, ну серьезно, чё гонишь? Давай мне тогда... 500. Давай 500. Ладно, 400. У меня 200 есть. На. Всё, 600, спасибо. Тут хавать... Есть вообще голод, да? Походу есть. Я не знаю, синяя полоска, голубая такая, это что? У меня есть права, ребят. Всё, сейчас. А у меня есть... На управление наземным транспортом. У тебя есть и воздушка даже, так что не это. Воздушка у меня есть? Да, у тебя воздушка есть, еще не видел, что ли? Вот, как просто и быстро мы сдали на права на сервере Jambit. Жамбыт. Жамбыт, ролик.
Теперь надо уволиться, короче, из работы, на которой я не знаю, как я работаю. Блять. Теперь надо уволиться с работы. Блять, я не знаю, как это сказать, сука. Надо уволиться с работы, чтобы устроиться на новую работу. Да, но я не Здесь знаю, на все. какой я работе работаю. Слушай, они тут с этой хренью, да? Ну, давай я буду торговать. Что? Какого хрена она? Смотри, то есть я должен идти, да, через кусты, чтобы купить у тебя хот-дог? Да. Что за маппинг, ебать, ребят? Чуть в мою сторону А может попал. это с этой стороны? Ты сам себе типа ебашишь, а я такой наблюдаю. Вон там у тебя соус стоит. Подошел, типа, заебашил, заплатил. Да можно не платить, так подходишь, блядь, делаешь себе и идешь. Тогда к автобусникам слетам, посмотри, может ты там работаешь. Так что мы через мгновение перемещаемся туда. Ну что ж, ребята, мы не знаем, где работает Джеймс, и поэтому мы сейчас будем летать по разным работам. Нам, кстати, помогает чувачок, кстати, Джеффри Дахмер, если ты нас смотришь, то спасибо тебе огромное, то, что Да-да-да. нас возишь сейчас, вот. Так Вообще, что... респект и уважуха от приятелей, фарту и масти, блядь. По жизни удачи и лохов побогаче. Сука. Шлак. Ладно, короче, едем на лесопилку. Походу, я, может быть, там работаю. Потому что, вот, смотрите, короче. Посмотрите игровое меню. Я вот ничего не могу понять. Кто это я? Надо качать трусификатор. Мне вот нап... Отыграй, пожалуйста, с ним, потому что мне так лень ему это все писать, потому что я начал как заика РП отыгрывать. А что он написал? Он спросил, типа, давно были вы в штате, короче. Я 1 год. Ой, блядь. Кстати, если этот, если хотите, ребят, можем вместе играть на гамбите. Можем в скайп добавлять, тоже вместе снимать. Так, Да. хотите, в комментарии там пишите что-нибудь. Так, я Мы уже 1 год, быстрее. но еще не совсем. Блять, я не Кстати, знаю. вот на Джамбите, да, нормально, кстати, отыгрывают. Ну да. Тут, кстати, блядь, РП вообще высший сорт, прям Да, сок. тут РП действительно хорошая. Я посмотрел, сейчас чувак отыграл. Я, короче, начал там по командам бить разным, и, короче, их нету. И получается, в чат писал, и через Б, через звездочку не отыграл, что это типа не то. Вот, и чувак так на меня смотрит, ты на садовника, говорит, похож, тогда нормально, короче, с ним отыграли, я отыграл за Ику. Я так пострел, чувак один раз отыграл со мной за Ику, мне очень понравилось. Тут, кстати, клево, когда в машине пишешь чего-то, то руки двигаются. Тачки, вот Джеймс говорит, что вот когда вот мы немножко приостанавливали запись, да, чтобы продолжить, Джеймс говорил, что тачки можно покупать и парковать их на каких-то платных стоянках, что ли. Нет, они бесплатные. Ну, короче, этот, тачку можно купить без дома. Дома. Давай петуху, братуха. Да, короче, тачку можно без дома покупать. Попозже можно будет отправиться в автосалон поглядеть, чё почём. Да, можно быть. Но дома тут уже... О, 10 косых он написал даже. 10, ого. У Да меня нормально. нет, у меня... Не, в плане вообще, 7. если так смотреть, цена дома 200 тысяч, да, такого более-менее, по-моему, средний класс 200к стоит. Ну да. Проще тачку купить и в машине жить. Ну да, я не понимаю смысл, зачем тут дом, если можно покупать машину так. Да. В принципе. Ну, как бы, знаешь, там РП, там прям дикая, может, там. Ну да, но это Знаешь. надо развиваться, чтобы, Да, короче. конечно, здесь, чтобы жить хорошо, здесь надо развиваться. Вот. А если вы хотите нам помочь развиться, ребят, мы никогда не откажемся. Наших папа таких евреев. Вот. Так. Автошкола в Лос-Андосе, кстати, тоже круто. Не надо далеко переть там, как Да. обычно. А куда мы едем, кстати? Так где На он? лесопилку, наверное, но ты же попросил его. А Или лес... грузчик, или лесопилка, ну куда-то туда, короче. А лесопилка вроде в другой стороне. Ну что ж, ребята, мы продолжаем. Мы уже приехали, как я понял. Да, это, короче, лесопилка. И дальше нам там... Ну, короче, там прикольно, можно офигенно работать, валить деревья. Реально валить? Да. Во-во-во, обязательно сейчас поработаем здесь. Да, если я тут работаю, то это четко. Ага. А если нет, то это... Ну, я... Ничего ты ни хрена. Да. Так, давайте так. Сейчас мы быстренько посмотрим. Если я не устроился на таксиста, я не устроился на таксиста, так как у меня не было прав. Так что сейчас поработаем на лесопилке. посмотрим, как тут работает. Если тут действительно можно валить деревья, как ты Да, говоришь. да, 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 да. Можно там работать, короче, в цеху, и можно работать, типа на улице пилять деревья. Слушай, ну я зашел вот устроиться.
Да-да-да. Лесопилка, устроиться на работу лесоруба. Все, я, кажется, устроился. Сейчас посмотрим. Вы уже работаете? Возьмите необходимую одежду в раздевалку. Все. Раздевалку ищем. О, вот раздевалочка. Такая, блин... Каски, я не знаю, на что... Явно не на голову эти каски. Какие-то маленькие, кажется. Так. Какую мне одежду можно выбрать? Любую вообще, да, абсолютно? Кстати, выбор одежды предоставляет. Прикольно. Ничего не скажу. Прикольно. Ну что, давайте посмотрим, как тут... Ой, что-то я в цеху. А, все правильно. А ты в цеху устроился? Нет, я устроился там. И что делать дальше? А мне только, походу, в цеху можно работать, потому что... Пойдите к одному из деревьев и начинайте спиливать его. К любому дереву, что ли? Нифига себе. А, ты, короче, работаешь на этом, на улице, а мне... Я могу только работать в цеху, потому что... Так. Потому что... Вот ого! Такой... Ни хрена себе, знаешь, никаких пикапов, ничего подобного. Подбегаешь просто к дереву и начинают его херачить. Да, я знаю. А у нас на складе, на, в цеху, короче, а тоже... А, упала! Воу-воу-воу! Клёво, да? Охуеть, блядь. Да, здорово сделано, здорово сделано. Ну, в цеху так, тоже неплохо. Ну, что в цеху там? Пошли посмотрим, что там в цеху у него. Только ты это, сначала... Ты будешь в цеху боже работать? Боже, Акабер! Охуеть, как это ебать РПШ надо. Ебать, давай еще проедь туда. Так. Оп. Охренеть! То есть, что я тебе подоставляю, ты его перерабатываешь, что ли, как я понял? Да. Да ну нахрен. Смотри, как оно перерабатывается. Ты где делся-то? Иду, стой, 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 не перерабатывай без меня. О. Да, так я ж тебя жду, смотри. Я его, короче, взял, ложу сюда, и оно он едет, и тут, короче, оно перерабатывается. Сейчас беленькое будет, походу. Стой, сейчас, наверное, пройдет через это? Да, можно туда залезть, короче, ехать вместе с деревяшками. Да? Да, но там баганая какая-то шняга, в общем, может кикнуть или еще что-то. Ого, видишь? Ни хрена себе. То есть, если тебе я не предоставлю, то ничего не будет у тебя в цеху, да? Скорее всего, да. Потому что, ну, деревья... А нет, ты видишь, набираешь все равно. Да-да-да, само оно берется вроде. Да, значит, погнала, короче, работать на улицу, и будем... Небольшой у нас такой конвейер будет. Это уже что-то новенькое, то есть, блин, офигеть. Прикольно. Да, и, кстати, это уникально. Когда-то я помню, шлаки из калифы... Оно опять упало! Ай, блин! Это офигенно, да? Серьезно. Охуенно. Я помню, когда-то шлак какой-то с Калифорнии, я не помню, у кого-то, у Герреры вроде бы, сказал, что на Гамбите все выглядит красиво, но ничего не работает. Да, да. Это... у Герреры было интервью, короче, с кем-то, и типа Тигер сказал, что там ничего не работает. Да. А потом Геррера как бы сказал основателю Гамбита, что, мол, у него ни хрена типа не работает. Передал слова Тигефа этому чуваку, основателю Гамбита. Ну да, ну в общем, тут, блядь, мне кажется, больше сервер развит. Блядь, извини меня, тут действительно РПЭ, тут все продумано, красиво сделано. То, что там Тиги впиздит, там, блядь, не работает, что-то. Все тут работает прекрасно, лучше, чем на Калифорнии, блядь. Ну да. Писайте своей струей, блядь, на своей Калифорнии и не пиздите лучше. Кстати, я вчера играл тёлкой на велике, я пытался обоссать машину, но мне это не получилось. Почему? Не знаю, может, тёлка не умеет стоя ссать, а анимку сидя ещё не придумали. Всё, ну а как закончить? А, надо просто пойти переодеться, скорее всего. Нет, там есть закончить. В том чекпоинте, короче, там, где мы устраивались, там что, нету? Так нет, там написано «Устройся на работу лесоруба». Ну, я нажал «Устроиться». Вы уже работаете... Уволиться с работы. Уволиться с работы? Да. А, ваша зарплата... Так, на чековую книжку обналичить в банке можно. Давай съездим в банк и посмотрю, сколько я заработал за это время. Давай. Он и поэкспериментировал, и кинул меня в текстуры, и сейчас за мной решили повторить. Смотрим, как это будет со стороны. Ну да. Так, чтобы не упасть в текстуру, давайте сюда. О, пойдем. Едет, едет. Все, я заехал. Заехал, а где ты? Тер, прыгай там, я не знаю, как ты говорил мне. Как ты? Прыгай. Во. Пытайся. Смотри, я вылез из нее. Вылез? Да. Объясни как! Я вылез, я туда залез и вылез. Сейчас. Что мне делать? Что мне делать, объясни? Погоди, я сейчас попробую снова к тебе туда залезть. Что мне делать? А возле какого ты крана? Я под тобой уже хожу. Вот, смотри, я заехал, да? Да. Я прыгаю. Ну-ка, не вылези, пожалуйста. Вот не вылези. Не, я могу вылезти, я знаю как. Я пытаюсь к тебе залезть. Смотри, давай. Как выйти.
Вот и так через стеночку прям. Блять. Сука. Блять, короче, надо писать админам, ребят. Во-во-во, я вылез. И где ты? Опять вот смотри на конвентер вот этот стан. О, стой, я могу, наверное... Стой. Не получается никак вообще. Так что вылезу, ребят, продолжим. Бам! Короче, чуваки, блядь, такой... Блядь, я посрал. Продолжение в аннотации, блядь. Да. В общем, чуваки, видео в аннотации, смотрите его на канале Макса Шуршова. Там полнейший угар, мафия. В общем, все такое. Жми на аннотацию. Адиос, амигос.